Больш за 17 тысяч школьников Могилевской области отримают державную материальную допомогу до навучального года. Про это поведомили у Комитете по праце, занятости и социальной обороне насельництва Могилевского облаканкама. Как удокладнили специалисты, разовая допомога для подрыхтовки до навучального года детей со шматдетных опекунских семей складе 30% от прожиточного минимума. Так, у Могилевской области 8700 шматдетных и опекунских семей. По информации областного комитета, разовую допомогу плануется выплатить до 15 жнивня. Меж тем, на Могилевщине традиционно будут сладиться и доброчинные акции, подчас яких каждый необыяковый сможет поудельничать у сборы канцелярских прилад, школьного одения и обутку для детей и подлетков с малозабеспеченных семей. Например, такую доброчинную кампанию активисты Белорусского республиканского союза молоди распочинают 1 жнивня. У весь месяц яны будут пропоновать покупникам гандлевых центров в области поудельничать у акции «У школу с добрым сердцем».